Галкина Ксения Сергеевна. Ключи еще от 3 квартир вручили детям-сиротам во Владивостоке. Жилье получили молодые люди, которые относятся к категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». Торжественное вручение состоялось в администрации Владивостока 7 сентября. Ремонт очень хороший. То есть прям все аккуратно. Новые обои, новые натяжные потолки, люстры. Красивые, кстати, мне тоже понравились они. С юными обладателями собственных квартир встретился глава Владивостока Константин Шестаков и председатель городской думы Андрей Брик. Они пообщались с ребятами, узнали об их планах, ощущениях, пожелали успехов и развития. Новые квартиры находятся в районах с развитой инфраструктурой. Это улицы Калинина, Адмирала Угрюмова и Адмирала Кузнецова. В каждой квартире проведен ремонт и есть вся необходимая сантехника. Была там один раз. Все нравится. Супер. Мне прям очень нравится. Волнительно. Пока будем обустраиваться, а там потом уже заезжать. Администрация Владивостока ведет работу по предоставлению жилья для детей-сирот с 2019 года, когда были переданы полномочия муниципалитету. По нормативам, площадь каждой квартиры должна составлять не менее 30 квадратных метров. Всего в этом году мэрия планирует предоставить по программе 13 квартир. Еще 122 квартиры для детей-сирот будет построено в районе Русской 57, где сейчас возводятся 4 жилых дома. Как отметил глава Владивостока, это приоритетные задачи – помогать молодежи в реализации любых инициатив и создавать условия в городе, в котором успешно можно развиваться и строить свою семью. Ирина Шилина, новости на Восьмом.